Всем привет! Приветствую всех на моем канале PretoRusy. И сегодня у нас распаковка новинки прошлого года. Element RC, Enduro, Sendero, Trail Track. Ну да, конечно же, настоящая трофейка. Тачка сделана специально для бездорожья. В, так сказать, очень интересном пикапном кузове Enduro. Посмотрим, как он. Довольно-таки своеобразные, различные отзывы. Посмотрим, как тачка на распаковке. Также посмотрим обязательно. Все-таки решено ее покатать. По поводу продажи, не знаю, 25 раз решил подумать, потому что понравилось самому. Готовый полностью комплект РТРовский. То есть все, что необходимо, есть. Ну, кроме аккумулятора, конечно же, и зарядки. Здесь, я надеюсь, все это знаете и понимаете. Итак, что есть? Здесь теплаговский переходник для аккумуляторов. Здесь также присутствует, ну, мотор. Все, как говорится, есть, что необходимо. Конечно же, своя раздаточная коробка. В базовом оснащении 5,3 передается больше крутящего момента на передние колеса, поэтому передние колеса немножко вперед прокручиваются. Это основное отличие именно раздатки. Ну, посмотрим, как это будет использоваться в, так сказать, повседневной жизни. Еще дополнительно, что здесь есть сразу же. Мне очень нравится то, что, видите, обратите внимание, сама основная коробка переделывается в гараж. Не знаю, я 1000 раз подумал, стоит ли что-то сделать, но, возможно, у нас с вами появится гараж. Итак, здесь основное, во-первых, здесь есть дополнительные шестерни, чтобы заменить раздатку. Также задняя стойка для крепления кузова, чтобы поменять с низкого пикапа на большой кузов. База 313 мм у внедорожника. И под большой аккумулятор. Это, кстати, мы сейчас обязательно сделаем, потому что маленьких аккумуляторов у меня нет. Ну и давайте доставать. А, ну и, конечно же, здесь есть у нас с вами обязательные инструкции, наклейки. Посмотрим, мне интересно, есть ли наклейка на... Надо будет открыть. Мне очень интересно, есть ли наклейка на кузов. Потому что здесь как-то, ну, когда вот он обычный в цвет, мне не очень нравится. Да, распакуем, посмотрим дальше. И вот она, тачка. И вот, посмотрите, ребят. Если вдруг не видно сейчас, давайте покажу вот так. Вот он, гараж. Конечно, как-то надо будет это все раскроить, переделать. Ну, а так, а? Не каждая коробка позволяет это. И вообще, я ни разу не видел, чтобы такое было в базовом оснащении, в базовой комплектации. Там даже у нас масло разлито якобы. Прикольно, очень круто. Это сразу есть. Да, тачка обошлась по новому курсу с новыми налогами 28 тысяч рублей. Ну, довольно-таки специфичная цена, не дешевая. Я бы, наверное, сказал, дороговато. Опять же, ребят, да, с чем сравнивать? Сейчас по 50 тысяч продаются ТРХы. Ну, ничего страшного, ТРХы были все проданы, но один был заказан со скидочкой в определенном магазине. Этот пришел сам Айн Хобби. На Мэйне заказал. Кстати, пришел что-то неделю, полторы, очень быстро. Иногда даже с Москвы так посылки быстро не идут. Итак, давайте откроем, посмотрим, что у нас здесь есть. Как-то довольно-таки странно. На обычный скотч. На обычный скотч приделана аппаратура. Аппаратура трехканальная. Трехканальная аппаратура, кстати. Как-то я смотрел, мне на нее очень прям нравилось, если честно. Здесь прям так очень удобная, комфортная. А, так вот по видео смотришь, да, по другим распаковкам. Короче, очень удобная аппаратура, мягкая пластиковая колесико. Здесь, как всегда, у нас есть присутствует типа а-ля тормозной диск с суппортом. Три канала, здесь у нас наклеечка, триммер руля, триммер газа, лево-право. Ну, вообще вопросов никаких нет. По мне, так для начала ставите... вот это вот такая прямая, косая. Ну, под камеру я имею в виду, сразу мерить. Так, нареканий никаких нет. Вопросов по поводу удобства, конечно, сейчас сразу вам говорить, удобно, неудобно. Пока в руке лежит очень удобно. Как будет дальше, в эксплуатации посмотрим. Ну, наконец, замучился распаковывать. Вот он наш с вами внедорожник. Давайте зеркала отодвинем. Итак, что есть здесь из копийности? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, да, есть пластиковые зеркала дополнительно установлены на тачке. Дворники,
Дворники здесь есть полностью свет в передних фарах. Решетка такая пластиковая, чтобы ставилась, наверное, лебедка. Не вижу мест нормальных, чтобы сделать под номера. Вот это, конечно, над копиной, что они здесь не продумали. Дальше, кап-кузов, двойная часть. То есть можно, кстати, переделать. Этот отсоединяет. Сейчас я вам более подробно покажу. То есть можно отсоединить, и у вас будет, наверное, сравнить с Ватерой лучше всего. Как на Ватере, знаете, есть кузов, где вы снимаете, там сзади запаска ставится. Вот. Давайте отодвигаем. Сзади даже подготовки под свет нету. Здесь не представлено. Здесь, ну, зеркала, как я вам сказал, да, и вот эта вот часть пикапа на кузова, она полностью отсоединяется. Держится, кстати, довольно-таки неплохой, очень мягкий, но не знаю, как на морозе. Слава богу, к нам уже пришли весеннее, хорошее время. Поэтому покатаем, положим, посмотрим. Дальше. Давайте. А, сейчас, кстати, я уберу. Крепежи все остались на тачке. Все остались крепежи наши на тачке. Итак, здесь у нас по колесам, ну, довольно такая средней мягкости резина. Средней мягкости резина. Ого. Ну, посмотрите, какие амортизаторы. Амортизаторы очень мягкие, но в тот же момент, ну, то есть сразу понятно, что они залиты, да, видите, как спокойно, нормально возвращается машина, здесь вопросов, нареканий, я думаю, не будет никаких. Так, по поводу жесткости самой машины, все так показывали, ну да, ну что, жесткая машина, две металлические деки посередине есть, как везде, в основном, никаких вопросов здесь тоже не должно быть. Обратите внимание, стойки, или так назовем это амортизаторы. Ну да, вот такой ход есть. А у кого их нет? Ну, ребят, я не знаю. Давайте, скажите. Амортизаторы крышки пластиковые, сами по себе металлические. Залитый 100%. Очень мягкий ход. Довольно, наверное, будет очень стреться копейно. Посмотрим, покажу видео. 100% будет тест-драйва. Потому что мне почему-то кажется, что это очень интересно. Потому что огромное количество видео. Классная тачка, все говорят. Ну, посмотрим. Здесь у нас стоит в базе, в оснащении, это у нас с вами маленький бокс под аккумулятор, его нужно поменять. Дальше здесь сразу представлено под свет, две, ну, наверное, я так понимаю, что под задний свет сразу тоже здесь уже все присутствует. Все здесь спереди. То есть, смотрите, в базовом оснащении серво 13 килограмм идет, полная влагозащита. Дальше, мотор 16 витков, ну и за свои передатки, как там, пятислойные, что ли, я не знаю, ребят, напишите в комментариях, что это значит, в общем, как он будет, нормально работать или нет. Влагозащитный приемничек под бокс и регулятор оборотов поддержит у нас с вами 2S3S LiPo аккумуляторы. Ну, отлично, ты плаговский разъемчик, как раз под мои аккумчики. Попробуем, потестим, так как это коллекторный мотор. Не забудьте, что сделать, ребят. Конечно, его необходимо обкатать. Ну, здесь, наверное, все. Повторюсь еще раз про резину. Давайте посмотрим. Кстати, ребят, очень интересно. Почему-то нет отверстий. А, да ладно, смотрите. Это у нас здесь откручивается центральное отверстие. Ребят, это бэдлоки. Пластиковые, но бэдлоки. То есть они собираются, склеиваются и вообще все отлично. Я не знаю, кто писал, что тачка не ахти после обзора кого. Ну, ладно, ладно, все, порить не будем ни с кем. Да, здесь у нас стоят ну, алюминиевые карданчики такие для удлинения, наверное, шасси. Напомню, шасси 313, то есть любые кузова сюда спокойно подойдут. Слушайте, ребята, мне нравится. Очень-очень-очень копийно работают амортизаторы. Итак, ну давайте запустим, потестим. Самый главный вопрос, как эта тачка себя ведет. Давайте попробуем. Ребят, я не хочу никого обидеть. Все высказались в комментарии по поводу, когда эта тачка была ВКонтакте на продаже. В общем, смотрите. Вправо и влево. И все нормально. Вы будете удивлены, ребят. Она едет. Как это назвать? Ну, не знаю, ребят, решайте сами. Вот РТРовский комплект. Полностью рабочий.
Выворот. Ну вы сами видите, да? Выворот на максимум. Крутится. Да, как резина. Кстати, да, здесь нет еще ни кузова. Аккумулятор, видите, еще нормально не поставил, но уже резина. Ай. Короче, ребят, плавность хода обалденная. Короче, все отлично, ребят. Я понял, кстати, для чего сделана вторая перемычка здесь. Это у нас, ну точнее, не перемычка, да, для подключения вкл-выкл. Здесь сразу же все напрямую работает. В общем, что могу сказать? А, ну как он? Смотрится же, а? Настоящий пикапчик, а? Настоящий пикапчик. Вот, в общем, что могу сказать? Свое итоговое мнение. Как по мне, так тачка вообще... Огонь, свет есть в базе, цена, ну, может быть, да, может быть, дороговато, но, опять же, все это, ребят, все зависит из-за наших курсов, из-за нашего курса. Здесь весь вопрос только в цене бакса. Ну, да ладно. В общем, я не заметил никаких проблем с основным, так сказать, проблемой, которые везде об этом пишут и говорят, да. Это сервы здесь металлические стоят. Так, подождите, это металл у нас здесь, у нас металлические привода стоят, здесь у нас, а здесь вот наконечники у нас стоят пластиковые. Задняя вот эта, которая рулевая, также. Она у нас установлена также металлическая. Тяги у нас также установлены полностью металлические. Пластиковые наконечники установлены. Раз, два, два. Ну, то есть, как бы вот. Что еще вам можно здесь рассказать? Бампера. Бампера пластиковые, ну, такие довольно-таки из посредственного пластика, я бы так сказал, поцарапаются 100% очень быстро поцарапаются. Я не думаю, что здесь будут какие-то, так сказать, проблемы. Далее продолжим. Вот такие вот здесь установлены орехи. Очень-очень-очень похожи, ну, на средние такие орехи, как, ну, наверное, не знаю, на Аксиале, скорее всего, первого поколения. Ну, ладно, попробуем по проходимости, у нас скоро еще придет RX. Привода здесь, кстати, стоят металлические. Металлические. Вот, в общем, шайка очень неплоха. Зря, зря, зря. Посмотрим, как она будет теститься, как она будет эксплуатироваться. Ну, а там дальше решим, оставлять или продавать. В общем, все, никаких зазоров, кренов. Полностью все нормально поворачивается, как попало не ходит. Ребят, тартеровский комплект, слава богу, что заказал, было самому интересно. Как по мне, так стоящая шась. Потом дальше посмотрим и потестим. Ждите тест-драйв, подписывайтесь на канал, ставим лайки, пальцы вверх. Я говорил, что РТР будет другим. Поэтому все, ребят, спасибо за внимание и пока.